здорово и плотно стоял рядом. Если же первый гол. Не, Корнус не играл. Не, он за стандарт играл в свое время. Может, из-за интернета, понял? Кошевой твой любимый, да. Интересно, если бы он вчера был на Джокере, что там было? Да, можешь свернуть, посмотреть видео. Это сырок. Это закрой вообще. Да. Хорошо, я что тут, и Русик тут. Это не видно, закрывают. Ну, тут бы так, если, конечно, присмотреться, то... Через кресло, да, или в бороду попал. Да. Да, там точка вот эта центр бороды. Тём, тебе на карточку потом скинуть туда? Или как? Или ты подождешь? Давай! А? Так я ж тебе тоже что-то сделал. Сломался, это да. У нас задок. Я подсак. Подсак. А ты одну один матч стал. Один. Да, да. Все.
Ваня. Ваня. Чудесно. Ну, вытащил, молодец. Да, я сейчас здесь попробую. Можешь сесть. Вон коробка, можешь там кулек какой-то взять. И там рядышком еще лежит. Да. Можешь мне это самое распишись. Который хочет на улице гулять. Да, три штуки, да. Только единственное, что они без названия. На них нету, понял, лейбочки. Ну если оплачу, то не жить, это же. А сколько за эвакуацию? Лучше б ты, блядь, нарушил, но нужно по-нормальному. Чтоб без эвакуации. Центр эвакуации! Ну, я расписался. Можешь, что можешь. А, так можно только тебе сразу дать. Да. Да, это уже все вместе зашивали. Спокойно, уже есть кто! Блин. Thank you.
давай, давай, парни, давай, не расслабляй. В него! Вдоль верни домой! Куда-то в лес, блядь, сыграть. На земле, на грунте, блядь. Чуть не уронил камеру туда. Ну-ка, давай, возвращайся! 2-1 дополнительный. Все вот такие немножко.
Мы все на чемпионате играли, мы были с Ревом. После первого тайма вышли на сигарет. И 5-3 проиграли, и наказали. Мы второй тайм забили, блядь, 3 гола. Чего, блядь, ну тебе футбол. Да, у меня сейчас серьезный болезнь, да? Ему 92, ну,4-5, наверное, не меньше, там, по 2 кубов так точно, по 2-3 куба.
Блять, там, конечно, у них технологии, как самого аппарата. Ну, то же самое. Краники, шманики, там одна идет брожение, там вторая, там, блядь, ну, специальные технологии. Там соло, там, ячмень. Молодцы, ребята, да. Они у них, блядь, они варят, молодцы, мне нравится. Ну, пойдем, я, по крайней мере, утром встаю, блядь, мне неплохо. Когда, блядь, сука, пьешь это море пиво или какую-то хуйню покупаешь, это пиздец. Я, блядь, утром купил, что-то не бежал. Я утром встать уже. Литер выпил, ну, два. Все, я уже утром, блядь, это пиздец. Я тут организацию не пихал. Ой, клёво! Это всё от босса, блядь! Всё от босса! Да, если без пункта, 22:00 матч, конечно. Дополнительная и пенальти в час куда Хватит колени, чувак! А это же на родине закрыли. Бля, вы там один человек! Нет, нет! Или открыли? На родине, на родине, на Карла Маркса. Да. Я проезжал недавно, я недавно там проезжал, я недавно. Опа, блядь! Крест. Потом приехал, мы посмотрели. Чей-то пусть. Там они работали классно. Блядь, это что такое? Перебирай! Давай,
А, это же еще сборная у них. Не, я тебя просто говорю. Право уходит! Лево
кого снимать? Центр, кто? Влад, еще сдали! Нет, ты что, блядь? Сережа путевку вышка форма, да? А, ну да, чьи-то. Дай первый мяч, один!
23 мегабит, а программа подключала, что она показывает тебе вот 86 килобит, 87. Какой-то надо зайти посмотреть. Следующий как мне, я не знаю. Я в субботу не буду. Следующий? Да, воскресенье, я думаю, что до 5. Я так понимаю, это Тёма сюда встанет. Ну, я на первый матч постракую. Ну и в сетке, если что-то будет, до 5. Я не знаю, кто Ваня в субботу будет снимать. Он собирал там, а он еще одна, да?
Сезон один этот Альфа и Мега. Сезон был впереди, сейчас не знаю. Вот у меня Пантера, я надеюсь, тоже он уже будет. Немножко еще не понятно. Ты по поводу искания, да? Уголек. Очень внимательно, очень
какого? С какого? Обратно. Коля пока мест не может сказать. Как там сыграли? Да.
Всем спасибо. Все, счастливо. Было приятно поработать. Да, до встречи. Давайте, счастливо. Все забрал. Саша! Саша!